Аквапарк Джина Парадис, Тбилиси. Прекрасный большой аквапарк. Очень сильно нам понравился. Добраться туда можно. Ну, машиной можно забить в гугле, как проехать. А если вы едете своим ходом, то вы доезжаете до Station Square метро, площадь вокзальная. И там садитесь на автобус номер 360. И он, подъезжая, подвозит вас прямо под аквапарк. Стоимость входа в аквапарк 99 лари. Стоимость 99 лари. 99 лари – это билет на полный день. Работает он с 10 утра до 10 вечера. В августе цена – это на август месяц. Это в долларах 38 долларов, либо 1500 гривен. Очень большой. Очень понравилось тем, что чисто очень. Угу. Прекрасно. Вот здесь сейчас это вы видите на видео, крытый бассейн. Но мы там не стали находиться, потому что, видите, тут переодевалка. На каждом углу туалеты, душевые, переодевалки. Все очень удобно. Но там находиться было невозможно, потому что там не работают кондиционеры, поняли? И как парилка. Ты заходишь в этот открытый, и там такое чувство, что ты находишься просто в парилке. Поэтому, видите, людей никого нет. Лежаки есть, а людей никого нет. Ну, деткам нравится. Вот, смотрите. Вот сейчас вот этот бассейн, который видно на видео. Ну вот здесь я не сняла плохо. А вообще, видите, стена там. Вот мы сейчас его проходим. Вот видите, стена. А сделано так, что в этом бассейне волны, имитация волн, как на море. И они как бы разбиваются об эту стену, и там все без конца стоят, балдеют на волнах. Этот бассейн всегда самый заполненный. Еще обратите внимание, видите, вот люди, как они называются, спасатели. Спасатели, в общем, возле каждого бассейна 2-3 человека, вот раз, два, видите, со всех сторон. И они реально работают, отрабатывают свои деньги. Вот видите, мальчик ползет на стену, а потом спрыгивает с нее. Они стоят как коршуны над каждым бассейном, ну, то есть очень так внимательно. Сразу закралась мысль, может, кто-то там что-то было, какая-то ситуация, потому что очень-очень так внимательно от них относятся, или так их вот научили работать эффективно. Ну, в общем, и так возле каждого бассейна куча спасателей, и они очень внимательно себя ведут. Территория большая и красивейшая, пальмы. Ну, в общем, красота. Аквапарк великолепнейший. А вот здесь вот я не сняла это. Вот справа поднимаетесь по ступенечкам. И там просто как бы ты можешь лечь на круг, и тебя круг будет нести. Ну, то есть сделано так, как бы как ручеек, и гонит воду. Воздух гонит воду. И как бы ты по кругу ездишь. Очень тоже такая классная штука. Арочка такая красивая. Переодевалки я, конечно, не сняла. А это олимпийский бассейн. Что это значит олимпийский? Там прыгать можно, видите? Девочки становятся, прыгают, можно прыгать в воду. Специально так сделано, кто любит нырять. Можно прыгать. Вот так.
Это именно в этом бассейне. А вот видите, мусульманки пошли. Так интересно вообще. Но я видела на китайских сайтах вот эти мусульманские купательные костюмы, как акваланги. Но вживую не видела. Вот видите, девочка стоит, мусульманка. Это у нее такой купательный костюм. Ну, то есть он сделан из такого же материала, как обычный купальник, да? Но он полностью, вот видите, какой до пят. Горки, вот эти детские, вот детский бассейн. А вот две большие горки. В общем, куча горок, куча бассейнов, все удобства, куча лежаков, туалеты на каждом углу, душевые на каждом углу. Все очень и очень удобно. Вот такие прекрасные горки. Ну, в общем, шикарный, шикарный аквапарк. Очень и очень мы остались довольны. Ребенок вообще в восторге. Необыкновенно. Вот ты сидишь в бассейне, и тебе захотелось на эту горку. Ты говоришь любому охраннику: я хочу на эту горку. И он тебя ведет. Вот видите, там сейчас людей нет. Но ты можешь подойти, и тебе сразу поведут. То есть не скажут там: через час приходи. Нет. Очень внимательный персонал. А вот этот бассейн самый классный. Мне он больше всего понравился, потому что он с подогревом. Вода там теплая, то есть нагретая вода. Хотя на улице там жарище, и вообще везде вода теплая, но здесь вода горячая, ну такая тепловатая, она подогревается. 1,5 метра бассейн, а в конце детская зона. И видите, тут вид на Тбилисское водохранилище и на горы. Ну просто шикарно, то есть ты лежишь в этом бассейне, в теплой водичке, плаваешь на свежем воздухе и смотришь на такой шикарный вид. Ну, просто вообще необыкновенная прелесть. А вот этот бассейн, смотрите, видите, соседний, он не подогревается. Но знаете, чем интересен? Он с баром. Видите, люди стоят в воде и подходят к спортсмену, и он наливает им, что они там хотят. А как расплатиться? Вот, видите, вот такие вот браслеты при входе тебе дают. И ты пополняешь этот браслет, он пикает, чуть-чуть больше денег, чем стоимость билета. И пикаешь этим браслетом, расплачиваешься. Там, за кто там, мужчины пили пиво, женщины напитки какие-то и дети. И плавают в бассейне. Видите, тут такие красивые качельки. Смотрите, детские, ну, в общем, все для деток, вообще удобно. Это сразу душевая, там дальше горки большие. Я там не сняла, даже туда не пошла, потому что это не для слабонервных, это такие большие горки. Дочка ходила, ей понравилось, конечно, но... И видите, водопадик сделан. Ну, в общем, красивейший. Ну, конечно, берите с собой крем от загара. Мы сразу сгорели. Надо было, конечно, пофотографироваться, но, в общем, шикарный. Аквапарк шикарный. А это столовая. То есть там можно прийти покушать. Ты заказываешь, что тебе надо, вот, пожалуйста. То есть там кухня готовит, ну, в общем, молодцы. И чисто, везде очень чисто.
И сидишь, кушаешь и смотришь на бассейн. Можно внутри, можно снаружи. Ничего дополнительного там за столик или там за сейфы. Вот, например, мы были в Бердянском аквапарке, там надо было за сейфы платить. Здесь ничего не надо платить. То есть все входит в стоимость. Вот бар, пожалуйста. Ну, очень удобно. Вся инфраструктура, все сделано для полноценного отдыха. А вот справа это уже выход или вход. Да. Тоже можно сесть, тоже покушать или подождать. Такие красивые лошадки. Не знаю, что они значат. Ну, может, просто красивая статуэточка поставили. С ватой. Автоматы с ватой, по-моему. Ну, или с какими-то вкусняшками для деток. Ну, и дальше уже пошли переодевалки. То есть душевая, переодевалки. Вот, вот так это выглядит. А, это вот сейфы, маленькие сейфы. Также фены есть, пожалуйста. То есть вот ложите туда вещи, закрываете сейф, прилаживаете браслетик, а потом прокручивается ручка. То есть, пожалуйста, суши голову. Все удобно. Переодевалки такого плана. Ну, а там, где именно переодевалки женские, я, конечно, не снимала. То есть женские, мужские отдельно, понятно. И вот это выход у нас. Отсюда выходить? Ну, он же и вход. Так, да? И не работает. Вот так пик, и у нас не выпускают. В общем, в итоге мы сдавали вот этот браслет, мы сдали на ресепшене, нас пустили. А видите, на входе какая красота? Прелесть, да? Вот мне нравится такое. Это холл. Да, холл. Это макет именно. Аквапарка. Здесь же есть банкомат Бога, Банк оф Джорджия. Он работает со всеми картами всего мира. То есть снять можно деньги без проблем. Смотрите, выходите и видите водопадик. И вот там сидит обезьянка.